12 июля, 17 год, Харьков. 10 утра по Киеву. Интересует меня, с чем связан строительный бум в Харькове. Драйна понадобился, да? Так. Один дом, второй, третий недостроен, но он недостроен, правда, уже давненько. И вот здесь вообще будут строить 21 высотку, по-моему. Сразу с копом. Это Широнинцев, улица рядом с пожаркой. На пожарке, кстати, обращают на себя внимание циферблат. Время вышло. Таким нехитрым приемом, удалением секундной, часовой, минутной стрелки, пожарные расчеты избавляются от необходимости рассчитывать точное время прибытия. Июля, 17 год, Харьков, явно день пошел по стройкам. Что меня сюда в кранах поражало, как при такой консоли, при таком дичайшем рычаге, он не только стоять умудряется, не падать этот кран, но еще и грузы какие-то поднимает. Это ж какое плечо, дичайшее плечо. Харьков, 12 июля, 17 год, рынок Героев Труда, и здесь стройка. Все строится, асфальт срывают, рынки переоборудуют. Так, а мне нужен щавель. А где же мне взять щавель? Так, это сегодня среда, а народу что-то немерено. А щавеля нету у вас? Где? Щавель. Это щавель, нет? Нет, это лобода. А щавель где можно найти? Не знаю. Это лобода. Ой, извините. Здрасте, а щавель есть у вас? Есть. О, давайте его. Сколько? Да, пучок. Он паучками же. Да. Там мне что заказали, я же человек подневольный. 12 июля, 17 год, Харьков. И улица Героев Труда. Героев, как я и говорил, перманентного труда.
вечные ремонты, вечные постройки, перестройки. Ну, дорогу уже сделали знатно. Там и трамвайные пути перекладывал. Сделали наконец-то переход с этой стороны подземной. Еще даже не везде магазины открылись. Отсюда намного лучше. Вау, Харьков. То есть вот так будет и с той стороны. Ну, подождем. Подождем. Все идет к лучшему. И тут все строится.